Контролер слесарно-станочных работ 4-го разряда Татьяна Локтюшкина решилась на отважный поступок. Впервые в жизни выйти на сцену и выступить перед зрителями. Татьяна работает на заводе «Авангард» чуть меньше 2 лет. В свободное время занимается творчеством, создает девушкам неповторимые и индивидуальные образы. О том, как совместить работу стилиста и профессию, связанную с точными вычислениями, Татьяна рассказала в конкурсе «Визитная карточка». Получилось так спонтанно. Захотелось мне попробовать и побороть, наверное, свой страх. Я очень боялась сцены, но с детства мечтала попасть на сцену, петь, возможно, что-то, но с пением что-то не получилось, поэтому просто даже выйти для меня уже это большой шаг. Инженер-физик отдела лабораторных испытаний Виктор Апанов запомнит этот день надолго. Для молодого сотрудника завода «Авангард» это дебют на сцене. Виктор решил испытать себя на прочность и осознанно поставил себя в непростые условия, даже не ходил на репетиции перед конкурсом. А в своей визитной карточке решил с юмористической точки зрения взглянуть на профессию физика. Ну, скажем так, переступить через себя, то есть иногда все-таки это очень нужно сделать, да, что идти не на поводу каких-то там ситуаций, да, а взять все-таки в свои руки. Скажем так, это укрепить мой характер. Интеллектуально-творческий конкурс посвятили 70-летию электромеханического завода «Авангард». По итогам работы жюри каждого участника отметили в своей номинации. Юношам и девушкам вручили грамоты и подарки. Дарья Цапарыгина, Артемий Глазков, Владимир Лисик, служба новостей «Саров-24».